Чувашии в 2018 году создадут единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Перед органами местного самоуправления стоит непростая задача. Необходимо перевести в электронную форму документы ЗАГСа, которых за 90 лет накопилось немало. До 2020 года предстоит оцифровать более 4 миллионов записей. На сегодняшний день в электронную форму перевели уже больше миллиона документов. Сегодня степень готовности для того, чтобы с 1 января 2018 года заработала единая система, и Чувашская Республика готова, степень готовности высокая. Наша задача совместить базы налоговой службы, пенсионной, миграционной, для того, чтобы онлайн сведения наши поступали, и мы для удобства наших граждан это делаем.